Сегодня у нас 17 июня 2017 года. Это мост из Скворечника, поселок Потеряевка. Вот жерди братья шкурили. Ваня с братом Никитой. Вот они сейчас загружают на костер старые ветки от тополя, от других деревьев. Чтобы тебе палку не то ты умышленно делаешь. Я говорю, вот делай, чтобы у тебя перегородка была. А, понятно. Ну что тут непонятно? Это поперек. Так, другую давайте. Поперек. Ну, давайте мне, подавай, Никита. Ты хоть бы отвернул маленько, ну до чего ты бестолковый-то? Каждую отламу, а ты бьет меня по голове. Там же дети маленькие. Помогай отсюда. Ну погляди на детей, а не ломай на них. Отверни от них. Ты что в целом делаешь-то? Ребенок стоит, он на него ломает и бьет. Давай. Все. Давай бываем большие, которые вон там у него. Выдергивай подряд, не бойся. Отломай макушку. Наступи на нее, ногой, и тяни сверху. Ну. Во. Теперь это давай, который отломил. Вика, отойди. Отойди вообще отсюда. Вика, отойди, отойди, а то он ударит тебя. Вон маленький, иди собирай, он там, он дальше, он маленький. Смотри детей, чтобы не зайди. Пойди сюда, поперёк. Так. Теперь вот эту вытаскивай сюда. Давай, это сгодится там. Так, Коля, осторожно. Коля. Он не слышит. Второй Никита растет. Давай сюда. Вот он. От Никиты подарочек. Вот. Да, слава Богу, давай. Вот, еще вам. Третий. Так, теперь давай. Без всяких комментариев. Давай, тут целиком. Не ломай даже, давай. Не ломай. Я ему кричу, Коля, Коля, он даже никаких. Он уперся куда-то и все. Не слышит, он не видит. Ну что, я говорю, не ломай, давай скорее, она какая есть. Теперь мне хуже ловится. Она попу, гляди куда, гляди. Вот давишь в лицо и даже не поглядит никогда. Ты что в самом деле? Что же это так можно было вырасти, чтобы даже никого не видеть? Да? Это мы не видим. Так, давай не ломай, целиком, давай. Что он говорит? Так, Аня, да не ломай, давай. Вот как надо ложить. Еще раз почему так не ложил? Я много раз говорил. Ложись. Вот она что получается. Подожди. Посмотри так. А вот теперь мы ее будем класть. Большие самые положили. А теперь поперек, который помельче. Давай. Переводи попало. Поперек длинный. Поперек длинный не надо. Вы давайте держите. Не просто языком болтайте. Держите, а то он у вас перевернется сейчас и все. Трое держит. Давай, трое держит, говорит, и пятеро руками машут. Это у нас так овечек впереди. Не скучайте. Смотри, что получается. Я вчера сколько раз Никите кричал, делай поперек, погоди, никаких.
Вот эту вот бери ее, выворачивай туда, она у тебя выйдет. Бери вот эту вот, тащи на него. И ты вывернешь. Тащи туда. Тащи, тащи. Вот. Она вышла. Давай, давай. Это кончик сломать надо. А вот теперь смотри, туда класс, там подправляю. Это даже ничего не стоит. А теперь она уже пошла. А вы еще раз один день прокрутили, полдня, то есть я вижу утром, она лежит все на месте. Смотри, что. Это люди, Никита, когда ты бросаешь, види, каким горбом она выйдет. Сейчас она кверху горбом, она потянет другие. Вот отсюда берись, там самец идет, тут бок опять зашел, не сюда. Вот здесь, поднимай. Что есть, то и видишь, руки засовы, оно попадет. Так, видишь. Вот, сюда выворачивай. Держи! Вы все друг на друга не ложите. Ты хорошо сосед, не нужен. Просто ломаешь его, не играешь. Смотрите, вот там тоже. Ты сюда совсем даже не помыть, да? Я стараюсь, будет у меня там колодцы вообще. Иди там дальше, поднимай. Во-во-во-во, что вы делаете? Ты ее всю выворачивай, не по одной, а всю, разверни ее, опрокинь. Забери несколько штук, потом как не тяни, вот так вот опрокинь туда, пройди. И ботва вся уйдет туда. У кого-то одну взял-то. Когда бы ты взял штук 10 сразу, мелочи, то ты бы все опрокинул ее. Я бы стеком не ходить нельзя. Пониже делай, еще ниже. До самого дня, вытаскивай. Так, Аня, помоги мне вытащить. Она приросла. Вот теперь туда на Володе, тащите вместе, тащите. Помоги ему тащить, а пошли сюда, брось. Все, лишь остались там. Теперь бери, второй раз, второй раз. Положи ее на место. Ну ладно, теперь же вытащил, все, вытащил. Ну.
Ваня, снизу вот так вот погреби рукой туда. Никита, рукой загреби вот так поднизу, чтобы поднять и опрокинуть ее. Ты сам у нее. Держись поднизу рукой. Да вот так под эту, он так берет, под эту, а вот так как граблянет. Ничего ты как... Все равно не будет делать так. Ну, подхватывай, подожди, Ваня. Прям боишься каждой девки, ну не могу. Толки туда, чтобы девки толкнули. Там опрокинет и ничего. Опрокидывай. Бери. Ваня бери, болтается где-нибудь, там не может Ваня утащить один. Никита. Как это можно без действия? Давай теперь. Она очистилась. Почерпывай. Так. Давай. Давай, давай, давай. Чего вы, бабы? Держите. Так. Затаскивай. Так. Вытаскивай все, что там есть. А ты что там? Здесь? Да нет, там бетонный пасынок. Подниму. А ну попробуй, вытаскивай, а нету? Нет. Никита. Я руки, давай. Пожалуйста, Ваня, помоги взять это. А штырь, что за штырь? Пасынок. Пасынок, пасынок. Держите не балуйте, опускайте ниже. Вы сейчас поднимете, она вас подбросит кверху и все. Все вот такие. Все. Так, оставьте, давай сюда. Ваня, ломать не надо. Только подносите. Так, Никита, что за нет, я внизу. Вот, берите Никита, потом какой-то Никита. Вот, а теперь я делаю, мы забрасываем. Скорее, Никита, Ваня, оставьте. Ваня, подойди ему, что там есть. Вон те мелкие-то не будете брать? Вон. Ладно, давай. Сейчас ко мне сюда протягиваю ее. Ну-ка давай. Давай сюда, вот сюда. Теперь там натягивай ее. А что я два раза перетянул, чем ты протянешь теперь? Ну зачем ты два раза тебя тянул-то? Вытяни один раз, или ее нельзя подтянуть, она не идет. Ты ее засыпаю, а что не идет-то? Запусти! Чего не идет? Зато не идет, что стоит у твердости. Она одна на одну накладывается. Вот вытащи теперь. Ну как говорят, так и делай. Что ты изобретаешь-то? Тяни на полную мощность. Даже одна она не протягивает. Протягивай. Ну веревочку-то протяни здесь. Я не давлю. Никита, там тяни, а рукой подправляй. Отпусти. Сюда, чтобы на меня она прошла. Отпусти.
Сюда тянуть надо, не в сторону. Ну я максимум напряг. Ну натягивай там со всех сил. Сюда? Что это такое? Это ты давишь. Ладно. Так, сейчас подожди. Держи крепко, иди сюда. Тараси. Ага, иди это Коля будет. Держать ладонь. Коля, на, здесь притопчик. Давай, тут сюда. Не смогу дать. Старайся, держи. Так. Давай руку мне. Руку давай. Прыгай теперь. Дави. Никита, тяни веревку. Никита, тяни. Так, прыгай дальше еще. Так. Дави ее. Вот так. Все. Вот так. Наступи, ко мне пошли. Так, так. Вот так, молодец, он такой ловкий. Давай, прямо, прямо только. Сейчас он еще на нас придет. О, так, теперь веревочку держи. Жесть. Знаете, как страшно? Да. Так это круто. Давай, натягивай. Так, теперь на, Никита. Держи. Вот, там, перехвати. Туда, если хватит, перетаскиваешь за скобу. Посчитай, что они еще... А то мы сейчас набрали еще там этих опилок. Привязывай. Только привязывай, не просто так, чтобы была она. Привязывай узел и петлю. Городской человек вообще ничего не знает. Он... В городе живущий человек, он живет за чужой счет. А работает все там уже один из десяти. Здесь все надо уметь делать. Вот это вот мешали где-то, нужно было обрубить, отнести в сторону. Большие забрать. Для ямы костер, яма. Смотри, насколько надо, а там ничего не надо. Один колхозник делает больше, чем его сверстники в городе. Десятки. Город нужен, конечно. Для чего? Лев Толстой говорит, хочешь развратиться, езжай в город. Все. Понятно. Ваня, помогай. Только впереди берите. Все, пойду, подойди, вези. Руку, побегай.